Да, с удовольствием. Мы с вами на Бали дебютанток. Меня зовут Анушка Делон, и мне 18 лет. Ну, я родом из Парижа, я полностью француженка. Ну, это уже такая вещь, что мне аж плохо уже становится, так как тут так красиво, так все чудесно. Вчера у нас был восхитительный день, мы делали множество фоточек прекрасных. Мы встали вообще в 7 утра, чтобы тут быть к 9, и провели тут аж до 9 вечера. И это все было так безумно, но я рада, что это наконец-то произошло, ведь я так готовилась. Ну, как и все девушки, в общем-то, мы выбирали платье, это все такой стресс, вы знаете, вся эта суета, но все это так чудесно, потому что все это живая жизнь, мы тут все вместе, все в деле, и мы все заняты одним и тем же, платьями, всякими приготовлениями, ну, и, конечно, мы все немного устали, но плюс в том, что я запомню это событие на всю свою жизнь, ведь это почти что сказка, это почти моя мечта о принцессе, которая наконец-то сбылась. И я очень рада получить такой подарок к своему 18-летию. И я наконец-то отучилась, я сдала бакалавриат и сейчас нахожусь здесь, чтобы познать и войти в этот парижский безумный мир, этот, где вращаются только настоящие женщины, ну и все такое, и все это так чудесно просто. Что, традиция? Ну да, мне очень это чудная традиция, хотя я начала следить за балом дебютанток всего лишь 2 года где-то тому назад, когда мне впервые об этом рассказали, поскольку я и не знала даже, что такое существует, но потом я посмотрела Пари-матч и все эти фотки, как это тут все бывает, и это напомнило мне, ну, какие-то королевские балы, какие-то королевские приемы, еще при старом режиме, понимаете, когда там присутствовали все графы и графини, и принцы, и принцессы, ну и тому подобное. Ну, я даже и не представляла, что однажды и я войду когда-нибудь в этот мир. Меня очень удивило, когда я получила приглашение. И поэтому я немного себя сейчас не совсем чувствую, но так как я и не знала даже, что дочери актеров или там бизнесменов тоже могут принимать участие в таком бале. И для меня огромная честь быть здесь. И поэтому я надела свое самое красивое платье, ну, чтобы показать его всем вам. Это творение Лиз Саабы. И я с большим удовольствием ношу ее платье, так как оно мне, но очень идет, и я чувствую себя в нем очень комфортно. Это мой самый любимый дизайнер, и она позволяет мне выглядеть немного принцессой. Немного гламурно, но не очень. И это действительно платье для бала и платье для меня. Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алена Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видеовыпусков. И все подробности о том, что же там по правде происходит и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки.